Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин валится вниз, опустился уже на 57 тысяч. Вот здесь, когда биткоин был 65, я всех предупреждал. Это все в ожидании войны на Ближнем Востоке. 40 тысяч зрителей присоединились уже к этому сайту. Биткоинпрайс.лайв. Потрясающая капитализация рынка уже 2,15 триллиона долларов. И посмотрите на цену биткоина. Вчера была 61 тысяча, опустился на 57 500, поднимался на 59 и теперь 58 400. И активировалась моя заявка на 58 тысяч которую я ставил. Индекс страха и жадности 34. Уже зашли в зону страха. И цена биткоина 58 400. видим цену биткоина, как она падала с 61 тысячи на новостях о войне на Ближнем Востоке. И опустился биткоин на 57 тысяч. И огромные объемы зашли на этом V-образном восстановлении. Теперь смотрим, удержится ли там биткоин. В этом видео проведем теханализ битка. Также пройдемся по эфиру и почитаем комментарии, выберем еще какие-то активы. Поздравляю всех, кто прислушался к моему предупреждению. Это фактически всю неделю я предупреждал. Вот они мои видосы, смотрите. Что-то странное на рынке. Это 4 дня назад было. Опасный момент. А вот там 4 дня назад я все продал. Это было правильное решение. Ну и давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. На рынке идет распродажа. WorldCoin минус 5,7%. Solana минус 2. Uniswap минус 6. Эфириум минус 6,8. Да это просто кровавая баня. Dogecoin – минус 3,6%. Все падает. MCRT – минус 5%. Несмотря на то, что мы и так уже были на дне. Вот еще одно в подарок. Биткоин 58 300 долларов. Пробил годовую трендовую линию. А неделю назад я предупреждал, что нужно все продавать. За неделю какое было падение. Всего лишь за неделю биткоин упал на сколько? На 18,5%. Это всего за неделю. С 70 тысяч опустился на 57. 18% за неделю. Большие торговые объемы. Стохастик идет вниз. Криптогорбот держит сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале прошлого года, когда биткоин стоил 20 тысяч. Еще не перевернулся в покупку. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу на прошлой неделе как раз перед этим падением. Так что этот бот на недельке дал хороший сигнал. Теперь опускаемся на дневной таймфрейм. Стохастик в перепроданности. И как упал биткоин на 57 тысяч. Активировалась моя заявка, которую я ставил, на 58. И чуток не дошел биткоин до 56 тысяч, до второй заявки, которую я ставил. То есть у меня было три в целом, на 58, 56 и 53 тысячи по три биткоина на каждом уровне. Это коррекционная волна в волнах Эллиота. И, честно говоря, очень сильно опускается биткоин. чтобы так для этой коррекционной волны? Сильная поддержка на 56 тысяч. Ну и дальше там 53 тысячи. Какие-то паттерны, может быть. Биткоин в этом канале поднимался на 70, опускался на 53, 70, 53, 70. И теперь, похоже, снова идет на 51 тысячу. Так что ставьте стоп-лоссы ниже этого уровня. Сильная поддержка у Биткоина на 52 тысячи. А теперь опустимся на 4 часа. На 58 заявка у меня сработала. Дальше ближайшая на 56 тысяч. Торговая идея, которую я давал, закрылась по стоп-лоссу. Там цена входа была 62 тысячи. Вроде подергался на этом уровне, но все равно провалился. Да. Ну и теперь лучший уровень подобрать биткоин. Это 53 тысячи, я бы сказал. Там сильный уровень поддержки. 53-56 тысяч. Но опять же помните о новостном фоне. Ожидание войны. Поэтому биткоин может пройти ниже. И самый-самый сильный крепкий уровень поддержки на биткоине, я бы сказал, находится здесь. Да, все-таки 52 тысячи. Основная поддержка на биткоине. Итого получается те же самые уровни. 56 тысяч, 52. Скорее всего, 56 все-таки пробьет биткоин. И дальше пойдет на 48. И многие говорили, что я какой-то ненормальный. Когда биткоин стоил 65 тысяч, а я все продавал. И посмотрите, где мы теперь. Поэтому 56-52-48. Такое тоже вполне возможно. На 52 тысячи можно тоже хорошо загружаться. Потому что там сильная поддержка. Можно открывать крупные позиции и поймать отскок от этого уровня. Но опять же, биткоин может упасть на 56-52 и даже 48 тысяч. Если начнется Третья мировая война, может еще ниже уйти биткоин. На 41 тысячу. На этих новостях о войне. Так, смотрим на четырехчасовом. Все те же уровни поддержки. 56, 52, 48 и 41 тысяча. Как только кто-то спрашивает, где вы будете покупать биткоин, а вот где. Эти зеленые горизонтальные линии. 56 тысяч, 52 и 48. И это то, что я говорил несколько дней назад, что рынок будет падать. Три дня назад это было. В Твиттере я писал 85 300 фолловеров у меня в этой сети. И три дня назад я говорил, я на самом деле все закрываю. Сам не знаю почему, но такая у меня чуйка. Нужно все закрыть. Свою сделку по биткоину закрываю с профитом в 23 тысячи. И в итоге я там решил все закрыть. Ты действительно говорил, что рынок будет падать и на тебе, всегда доверяй своему внутреннему голосу. Спасибо за предупреждение, Джеймс. Сработала моя заявка на биткоине на 58 тысяч. Также добавил маржу, чтобы отодвинуть цену ликвидации на 52 тысячи. Давайте тогда посмотрим на мой торговый аккаунт на Байбит. Здесь у меня 533 тысячи 500 долларов. Проседает баланс даже, несмотря на то, что я всех предупреждал. Было 595 тысяч неделю назад. Сделочка по биткоину в минусе на 4800 долларов. Размер позиции 237 тысяч долларов. Цена входа 59 421. Но это средняя цена покупки у меня получилась. 59 400. Посмотрите, как я набирал 2 биткоина по 6800 и 2 биткоина по 58 тысяч. А ниже, видите, я закрывал позицию на 4,5 биткоина несколько дней назад. Теперь биткоин падает. и Сделка у меня в минусе на 4800 долларов. Дальше я буду покупать с биткоин по 54 тысячи. Это заявка у меня на 2 биткоина. И также у меня заявки на споте. Uniswap по 5.80, WorldCoin по 98 центов хочу подобрать. Но там пока что далеко до цены входа. 1.64. Хотя давайте возьмем на 5 тысяч долларов по текущей цене. Хотя может упасть и дальше. На Uniswap у меня также стоит заявка по цене 4.60 и coin по 8 центов. И что я держу в данный момент? WorldCoin на 4,5%, USDT на 39%, 26% я в биткоине. и кстати говоря, там на споте у меня тоже активировалась заявка. Я взял два биткоина. MCRT на 62 500, Dogecoin на 30 700 долларов, также Uniswap и WorldCoin. PNL за вчера минус 10 900 долларов, но в сравнении с тем, что происходит на рынке, мой торговый баланс держится еще неплохо. Сделка по биткоину в минусе на 4,900. Посмотрите, где я покупал. Биткоин поднимался на 59,400. Теперь снова опустился. В итоге в минусе я на 5000 долларов. И также я увеличивал маржу по этой позиции. Цена ликвидации у меня теперь 52,400. Выходила моя сделка в прибыль, когда биткоин поднимался на 59 400. Но теперь я снова в минусе. И это, конечно, не прекрасно. Там я продал верхом, а затем ниже я перезаходил. И если биткоин будет опускаться, то следующая заявка у меня стоит на 54 тысячи. Рынок выглядит не очень, конечно, с такими распродажами. Давайте посмотрим, что там еще перепродано. Ворлдкоин валится вниз. Какое сумасшедшее падение. Помните, что было на ворлдкоине на бычке? Там он поднимался на 12 долларов. Ну а та цена, которую мы видим сейчас на ворлдкоине, мы видели ее в августе 23-го. Поэтому весь рост, который был на ворлдкоине, он практически обнулился. На доллар 40 теперь хороший уровень для покупки. И на 98 центов. Там у меня, кстати, стоит заявка на споте. Хочу взять ворлдкоин под 98 центов. Но хотя, давайте возьмем еще по доллар 40 на 5000 долларов. Зайдем по этой цене. И что у нас теперь получается? На 19800 долларов. Ну хорошо, возьмем по доллар 40 на 5000 WorldCoin. Но загружаться нужно осторожно. Uniswap. 6 долларов 10 центов. На Uniswap тоже сильное падение. Проблема в том, что если я загружу мешки по этим ценам, то слишком мало мне останется USDT, чтобы подбирать дальше. На 5.80 и 4.60 уровни поддержки у Uniswap тут ничего не поменялось. Как вчера говорил, так оно и есть. Но если и 4.60 пробьет, то тогда полная жопа. Если пробьет все эти уровни, то тогда уже ловите на 3 доллара 50 центов. Поэтому затариваться нужно осторожно. На таком рынке я сейчас в основном в USDT. Примерно на 200 тысяч долларов. Ну и дальше там самая крупная позиция у меня в биткоине. Я уже начал затариваться биткоином. Честно говоря, я не ожидал, что он провалится так резко и настолько сильно. Ну, то есть, в смысле, я, конечно, предупреждал всех. И сам расставлял ордера на 58, 56, 53. В принципе, так оно и происходит. Заполняются ордера на этих уровнях. Теперь давайте почитаем комментарии. А, кстати говоря, на YouTube у меня уже 83 тысячи подписчиков. Отлично. Мои видосы я... Не монетизирую. Не включал я монетизацию на этом канале. Я бы мог зарабатывать тысячи долларов на этом канале. Но не хочу монетизировать свои видео. Я их бесплатно для вас записываю. Показываю, как я торгую. Читаем комментарии. Пожалуйста, сделайте анализ СТРК. Пока что не хочу делать анализ альткоинов, потому что рынок льется. Попозже, может, сделаем. Джеймс, поздравляю, 83 тысячи подписчиков. Спасибо. Биткоин пробивает 200-дневное скользящее среднее. Да. Что у нас тут еще? Сделай, пожалуйста, теханализ эфира. Привет, Джеймс, обожаю твои видосы. Постоянно смотрю тебя и жалею, что я не прислушиваюсь к твоим советам. Просто потому, что я не верил, что мы можем опуститься настолько сильно, как ты говорил. Но все происходит ровно так, как ты предсказываешь. Ты реально крипто-нострадамус. А лучше так сказать. Джеймс Страдамус, спасибо тебе за все. Пожалуйста, и спасибо за такой прекрасный комментарий. Я заметил такую штуку, что когда ты расставляешь ордера, ты в основном ориентируешься на уровне поддержки и сопротивления, но почти никогда не смотришь на трендовые линии. Получается, что ты придаешь больше веса уровням поддержки и сопротивления, чем трендовым линиям. Да, именно так. Трендовые линии, конечно, важны, но все-таки лучше искать сильные уровни поддержки и сопротивления. Вот, например, сейчас биткоин пробил годовую трендовую линию. Спасибо, Джеймс, ты мне очень помог своим предупреждением. Пожалуйста. Джеймс, ты реально крутой. Смотрю тебя с 2021 -го года. У тебя сигналы правильные на 95%. Джеймс, образец профессионализма. Спасибо, ребята. Джеймс, думаешь ли ты, что бычка уже все? Да. Сейчас мы зашли в коррекционную волну, и мы не знаем, что там будет с Третьей мировой войной. Если окажется, что Иран не будет атаковать Израиль, будет деэскалация, то тогда рынок может восстановиться. Но если будет продолжаться такая распродажа, рынок может упасть еще сильнее. Поэтому нужно быть осторожным. Отодвигайте, опускайте цену ликвидации. Биткоин может опуститься ниже 45 тысяч. Это будет очень-очень плохо. Поэтому будьте очень осторожны. Даже несмотря на то, что я всю неделю предупреждал, у меня все равно сильная просадка на аккаунте. Нужно было мне все-таки не спешить. Вот сейчас нужно было закупаться. 56, 52. На 52 прям самая сильная поддержка. Всех люблю, обнимаю. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Не ссыте, парни, все будет нормально. Все это пройдет, все рассосется. Я уже давно торгую, я всякое видал. Постоянно какая-то херня в мире происходит. Все время говорят, что вот уже конец света. Это было. Да всегда это было. Всегда какие-то угрозы. А конец света все никак не наступает. Три тысячи лет уже нашей цивилизации. И за три тысячи лет, которые уже прошли, очень небольшие шансы на то, что конец света припадет именно на наше время. Это шансы, они практически ничтожны. Ноль, 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 три. В общем, шансы вообще минимальные. Поэтому живите сегодня, сохраняйте свой капитал. Рынок может упасть еще ниже, если начнется война. Мы сейчас и так уже в перепроданности. И заметьте, что многие альткоины сильно не падают, несмотря на такое падение биткоина. Практически стоят на месте. Это интересно. Ну что ж, всем хорошего дня. Берегите себя, сохраняйте свой капитал. Все будет нормально. Если потеряли, заработайте еще. Учитесь на своих ошибках. Времена сейчас не самые простые для трейдинга. Да и вообще в целом за историю сложные времена. Ковида эти, войны. Поэтому будьте осторожны себя, берегите. Всех люблю, обнимаю и увидимся завтра.